Вітаю всіх прихильників спорту на каналі «Відкритий» і програма «Відкрито про спорт». Наш сьогоднішній гість – заслужений тренер України, заслужений працівник освіти України, тренер з легкої атлетики Дніпропетровського вищого училища фізичної культури Микола Крот. Микола Ананійович, вітаю вас. І традиційне запитання. Добрий день. Як починався ваш шлях у великий спорт? Вірно, як у всіх, з дитячого спорту. Якими видами спорту ви займалися особисто? Я народився на севері, тоді Совєтського Союзу народився, от Кіровської області, там 200 кілометрів від Кірова, в тайге. Ну, ми там займалися, я і футбол грав, спочатку вратарем, потім нападаючим, забивав більше всіх голів, бігав швидше всіх, поки травму не отримав. Трампліна упав, чуть не вбився і трохи повредив себе там спину. Лижний трамплін? Так, да, так, да, ми ж там все робили. Лижні гонки, я був там і призером, там, і все. Ну, без тренувань, ну, видать, така закалка була, що ми там всім займалися, і літом, і весною, і осінню. Вот. Поэтому это лично моя, кажется, вот это душевное состояние. Да. Спорту, каким вы профессионально, больше профессионально занимались? Нет, конечно. Потом, когда я переехал в Донецк, в Харьков из Донецкой области, ну, с родителями после школы, я там школу закончил на севере, и приехал сюда. Тут вся наша родня, ну, вся диаспора украинская жила, переехала с севера на шахты, на заводы Донбасса. Я там занимался легкой атлетикой, бегал. Вот. Бегал, ну, тренировался на длинные дистанции. После тренировок таких не было, все такие вроде то метатели, то. Я сам тренировался, с друзьями посоветуюсь, бегал. Ну, в конце концов, вот, отслужил в пограничных войсках, тоже спорт очень сильно помог. Я там все выигрывал, все бега, гимнастику, все вот это на перекладине, на турнике, ну, прыжки. Вы кажете, длинные да, дистанции? Да, и на долгие дистанции. Долгие дистанции. И долгие дистанции. А какие? Самое лучшее мое достижение – это первые, ну, пробег Донецк-Арцы 30-километровый, это был он когда даже в Советском Союзе, потом в Украине, он официально в календаре в ноябре месяце проводился перед 6 числа. И вот сколько там уже прошло, 43 года назад, в 76 году я выиграл эту 30-ку. Очень тяжело было, было минус 6, вот, бежали мы, но я так посмотрел, что вот вроде мы там никому не нужны были, ну так, сами. Мабуть, да, все знаки ваш фундамент, який да, был. Нет, а это все, я ж на себе испытал все эти трудности, а потом пришел, закончил школу тренера в Москве и устроился в Днепропетровск еле-еле тренером по легкой атлетике в третью школу. А коли прийшло розуміння, мабуть, коли ви 30 кілометрів виграли, що спорт – це ваше, це сенс життя? Коли прийшло таке розуміння? Ні, розуміння було ще було і на севері, я навіть, пам'ятаю, сочинення написав, ким би я хотів бути, я заслужений мастером, я заслужений тренером. Ти можеш представити собі, це 50 років назад я написав таке, ну, я удивляюсь тепер. А потім я написав сочинення, коли поступав, в Москві було 6 чоловік на місце, це нереально було. Ну, я виграв полторашку в грязну погоду и написал сочинение «Спорт. Современный мир», когда мне поставили 5 за это самое, литературу и 5 за русский язык, без ошибок. И когда начали отбирать, а поступало, там было 50 человек, ну, около 300 человек было, и все ж в основном там московиты, и меня там этот тренер один, и это самое, говорит, вот этот парень набрал столько-то баллов. Что с ним делать? Он, вот их таких там 100 человек. А говорит, он выиграл 1500 в тяжелую погоду. Еще и написал на пятерку сочинение про спорт. И у меня взяли вот так последним. Это было чудо, можно сказать. Я там в бассейне сдавал, когда я сплавал плохо, потому что не было, я мог только 20-30 метров плыть. А надо 100 метров было на время. Я тренировался на реке в Москве, там пил воду эту грязную, потом там писали, что там пруд этот загрязненный, а все равно. Но мне Бог помог, говорится. Я уже думал, что не доплыву. Приезжаю, а в бассейне в Москве, в бассейне морская вода. Я сразу, боже мой, думаю, точно доплыву, потому что ж держит.
И я рубанул еще личный рекорд, помню, 1.28 проплыл, надо было 1.30. Напился воды этой, как сальником, вот, и поступил. И тобто поэтому, ви это да. Сама поступили в московский... Школу тренеров, школу, да, школу тренеров. Там це вместе... высшая школа? Я учился, это еще была центральная школа, потом высшая. Но я учился с Михайловым, с Петровым, хоккеисты, все футболисты знакомые. С легендарными хоккеистами. Да, Пискунов, футболисты Локомотива, там все, как раз наши группы, все туда. Тобто, Третьяк был. Коли ви закінчували вже кар'єру спортсмена, ви відразу розуміли, що тренерство – це ваше? Ну, конечно, конечно. Хотелось, ну, я ж, кажется, занимал, я был мастер спорта по стрельбе пулевой, но мне нудно лежать, понимаешь, дышать этим воздухом. Я выигрывал чемпионаты и выигрывал, было время, Яша Железняк, олимпийский чемпион, он по кабану. А мы, когда я был, служил в парадмайсках, мы на парадмайсках. Вы были и легкоатлетом. Да, все подряд. Я был начальником физподготовки 130-го отдельного батальона. Мастер спорта был, да, да. 594 очка выбивал из 600. Без тренировок. Ну, у меня глаз... Сейчас при тренировке плохой, глаз был там 110%. А как вы сами вот вважаете, вот ваши достижения как тренера выше, ніж достижения как спортсмена? Ну, конечно, ну что? Вот найвідоміший ваш вихованець – це, безумовно, Олег Твердохліб. Да. Чемпіон Європи, срібний призер Кубка світу, да. Дистанція 400 метрів з бар'єрами. Так? Рекордсмен України, уже 25 лет стоит рекорд. И никто его не побьет в ближайшем будущем, потому что совсем по-другому сейчас работают люди. Во-первых, у нас отняли нашу базу, которую мы тренировались, это был Кисловодск. Там все. Там природные спуски, подъемы. Даже Карпаты вроде тоже есть такая высота, 1200, но там сырой воздух, а там сухой воздух и вода минеральная, хоть любая, хоть кислая, хоть щелочная. Ну, короче, и город не так тяжело на мозги, понимаешь, что ты сидишь в горах, а ты город, через 5 минут ты на Теренкуре уже или пешком, ты уже на базе. Тобто с Олегом Твердохлібом вы там готувалися постійно, так? Рекорд был 53 дня без выезда. Там же в горах нельзя съезжать. Ну, на день съехал вниз, там побыл. Но к ночи надо вернуться, я думаю, там где-то из Сентуки или куда-то пройтись. Рекорд чемпионата Украины, а який рекорд, скільки? 48.06, но он бросил бежать, вот так руку поднял за 10 метров. Борзов подошел ко мне и сказал, тогда был министр спорта, говорит, что это он руку поднял? Я говорю, Валерий Федорович, ну вы же две руки подняли. Говорит, а он молодец, Борзов. Ну, в этом отношении, конечно, ему не отнять. Говорит, ну я же после финиша поднял руки. Говорит, а он же бросил бежать. Я говорю, да, дурак. Я говорю, будем ругаться. Он же рекорд Европы мог установить. Он тормознул так, что там 5 десятых там почти, 4 десятых мы проверяли и по ходу, когда он уже... И все равно 48.06, да. Это рекорд, а, да. Досі тримается, так? Да, да, тримается. Боялись его все, весь мир, даже вот этот Аткинс, олимпийский чемпион, все эти, Дегана тоже потом рекорд установил Европы. Они были сильнее его, но психологически Олег мог настраиваться. Я его настраивал, потому что как выиграть у более сильного? Только психологически. Выходи на старт, будь хозяином старта. Выходи, не бойся, как будто на последний бой вышел. Пускай все думают, что тебе легко. Тут же три круга, раз пробежать надо, два, и потом финал, еще попади. И он выполнял это все. Прикрая трагедия. Да прикрая трагедия. Ты понимаешь, пролетел весь мир, облетел 100 раз, где только не был. И в Африке был, где только эти папуасы на него смотрели, когда сумка не прилетела, а он прилетел выступать в Найроби. И говорит, шеф, жду день-два, нету сумки. А он был в костюм, пиджак, туфли на платформе и штаны. Штаны задрал, закрутил, пиджак снял, пиджак закрутил тоже и ускоряется по аллее. И говорит, я там смотрю, потом раз и заеду, раз штук 50 этих пацанов выглядывают, что за дурак бегает. Я говорю, молодец, ты видишь, не растерялся, мог бы растерялся, ну потом выиграл, очень сильный результат показал. Вот. Ну, это были по приглашению соревнования, ну пригласили. А, до речи, у него дружина тоже легкоатлетка? Да. У вас тренировалась? У меня, да. У меня серебряный призер двукратный чемпионата Европы первого молодежного на 400 и 4 по 400. И двукратный серебряный призер Всемирного университета. На 800 і 4 по 400. Я знаю, ви зараз продовжуєте традицію, да, турніри пам'яті Олега Твердохліба, так? Да, зараз був 24-й турнір, да, нормально. Ну а як?
Это засновник был Сергей Ильич Пирайло, покойный ныне, очень сильный человек, замминистра, так мягко говоря, освиты по спорту. Вот. Он эти универсиады, все гимназиады, ЕМОДы, вот эти европейские фестивали, это ж за все отвечали мы. Будь ласка, а пригадайте також от інших ваших вихованців, наприклад, от Юлію Баралей. Ну, конечно. Юлію Баралей мы взяли из села Тритузного, в котором нет даже воды. Вода привозна. Яка? Солонянский район. Солонянский. Наша соленая вода. К ним в это ж домой, в этот самый, там у них такой, как колодец, как запасник, привозят воду. Там они кидают серебряные монеты, чтобы она хоть немножко была. Вода привозная, пустая тоже. Взяли ее, ей было 13 лет. И, ну, я тогда уезжал в Киев, меня пригласили переводом старшим тренером училища республиканского. Ну, я же был старший тренер студентов и школярів тогда. Этого никто не знает, а я отвечал за универсиады. 6 универсиад, 25 золотых медалей. Организация на мне была вся. Вот. И Олег там призером был, и Света была. Ну, а в основном все люди, Лукашевич, все. Я набирал команду, ту, которую мне давала сборная команда первая. Потому что универсиады всегда проводятся либо до чемпионата Европы мира, либо сразу после, а люди на гран-при ездят, и надо было договариваться. Ну, вот получалось у нас. Давайте да. Про Баралей. От її найвищий результат, яка дисциплина? Света? 800 метров, 2.02 на 40-градусную жару, и 95 градусов было. Ой, процент, Юлія Баралей. А, не, Юлія Баралей был чемпионка мира. 2007 года среди юношей, с рекордом Украины. Потом чемпион, серебряный призер на следующий год среди юниоров, чемпионата мира. 400 метров. И да 4 по 400. Не, гладкий, да. И она хорошо бегала барьеры, и один раз ударилась коленом, и все, как будто отрезала. Я думал, все-таки будет бегать барьеры. Ну, гладкий. Вот. Кто еще с ведомых спортсменов? Зараз. И потом на третий рик. В 2009 году двукратная чемпионка Европы среди юниоров. На 4 стоит 400. А среди дорослих, до речи? Среди дорослих на чемпионате света была. Это была в эстафете 10-е место, но ей было 19 лет. Она вообще на Олимпиаду попала 18 лет, но ее не взяли. Вот, а, до речі, хто з ваших спортсменів був на Олімпійських іграх? Ну, Твердохлєб був на Олімпійських іграх. Баралей вже взяли потім, коли вона вже не виступала, ну, мої там конкуренти. А на Олімпіаді – ні, мимо Олімпіади якось, я так м'яко говоря. А, був Рома Воронько, 400 з бар'єрами, але теж не виконав норматив, украли сумку з кросівками і біжав він в шиповках на два розміри більше. И не хватило 0,5 до норматива на Сидней. Но мы сделали эстафету 4 по 400, они пробежали, и Борзов с Опирайло сказали, что это утвердительно хорошая команда. Я думаю, Горбенко у нас, Яна, был тоже с Днепра. Короче, два с Харькова, два с Днепра. И они улетели в Сидней за 30 дней до своего старта. Сидели там без тренеров все. Потому что, ну, как, ну. И устанавливают рекорд Украины. На 3 секунды почти бьют рекорд Украины. 3.02. Но до сих пор там чуть-чуть был побед. Но вот этот рекорд стоит уже 19 лет. И там Рома бежал второй этап, Воронько. Молодой, 22 года. Ну, сломал ногу. Все, никто не думал. Все говорят, что у него растяжение, а у него был перелом плюсный. И неправильно срослась. Человек очень способный был. Очень. Ну, до речи, зараз вы працюете з марафоністом, да. Артемом Козбаном. Вот. У цього спортсмена є шанс потрапити на Олімпійські ігри, як ви вважаєте? Я думаю... І, до речі, ви самі бігали, да, 30 кілометрів, так? Да. Це майже теж, да, майже марафонська дистанція. Артем Козбан настільки універсальний спортсмен був, від 800 до марафона, в мастер спорту везде. Но как-то выбрать дистанцию не получалось. Он небольшого роста, ну, как я, допустим, я это знаю, как я. Бежит толчком, ну, силовой бег. Я говорю, Артем, чем выше дальше дистанции, тебе надо катить. Тут силовой, ты же не будешь толкаться 42 километра. Умрешь, ну, закопаешься. Ну, есть проблемы, конечно. Но он участник чемпионата мира и Европы, и по кроссу, и на дистанции своих, и среди юниоров, и среди молодежи. Рекордсмен Украины тоже на 800 метров среди юношей. Вот. Ну, есть свои обмеженности. Шанс есть у всех. Вот Игорь Порозов, он тренируется сейчас Дима Барановского, но он с нашего училища, а у меня в ШВЦМ они с Кубаном, ну, вот как-то самое.
в группе. Игорь Порозович, попал же на Олимпиаду, то есть на чемпионат мира, сейчас сдоху. Готовится, сейчас в Польше сидит в горах, готовится. Там очень сложно будет, там в час ночи надо стартовать, но там же мертвый воздух, мертвая вода. Катар. Но он заслужил, он едет. Мы не можем, дать Бог, чтобы он до финиша добрался, потому что там будет тяжело. А до речи, вот на дніпровських марафонах Козбан приймає участь, береш? Зараз буде бігти в неділю, так, да, біжав прошлий раз, полумарафон тільки біжав, а зараз буде марафон біжати вже. І результат? Ну, не знаю. Другого разу? А, першого разу був 2.20, але Польща... А місце, яке посів? Тоді, та, ні, ну, там місце було п'яте, ну, діло не в цьому, він там за границею біжав. Він вже марафон перший раз, полумарафон він виграв пару раз, і дуже хороший результат. От, показав, заболів, два рази заболів, після того в Запорожжі виграв з рекордом своїм личним і обіграв Рому Романенко, який зараз чемпіон, і все, вони там біжали, і Рома підійшов, говорить, сьогодні, Артем, я у тебе виграти не мог. Ну, значить, таке діло. Ну, він тоді був після Санкт-Моріця, розумієш, там вже... Ще одна ваша вихованка Анастасія Кудінова, багаторазова чемпіонка України в своїх вікових категоріях. 22 рази. У своїх вікових категоріях, так? Дистанції 800 і 1500. 400, 800, 1000, 1500 і 2000 кросс. Які перспективи у цієї легкоатлетки? Вона дуже способна, але поки безголова. Я так говорю, поки я ж не маю права, як це, знаєш, Господь Бог, раз я отрубив. А ми поки повинні, як говорить Михайло Наумович, дати шанс. Розгильдяйка. Виганяє моментально. Що є, то є. Так ви кажете конечно, прямо зараз. Конечно, я ж і говорю, ти видиш, скільки тобі шансів дає Михайло Наумович. Це, може, святой отець для тебе. Це, до речі, директор ДВФК. Директор училища. Уже Моменко порубав би всіх. І там були, всякі були, і Твердохлєб, ну, Бідокурів, і Биков, а всі чемпіони світу і Європи. Ну, це люди, яких енергія. А от скажіть, будь ласка, ви берете спортсменів з якого віку? Тобто є спортсмени, котрі приходять до першого тренера, там, 6, 7, 8 років. Ви починаєте, коли тренувати спортсмена? Скільки йому років? Так, навіть приводять, от зараз їм 6, моєї внучки 5 років. 4 роки вона бігала бар'єри краще, ніж Вячеслав Тертєв. Тобто ви теж працюєте з маленьким? Так, ні, так куди її дівати, внучку? Вона ж неуйомна. Я поставив бар'єрчик такий маленький, як футболіст. І вона краще всіх пробіжала. Коли побачив головний тренер України, Тертишник Вячеслав Григорович, все, я ставлю її на довольство. Я говорю, я вас за язик не тянув. На следующий год вона взагалі ні разу навіть не прийшла на тренировку і сказала, я не буду цього робити. А от зараз, год пройшов, 6 років вже, то було 4 роки. Ходить на тренировку, тренується, бігає там, їй подобається, але все одно хоче бути краще, це вже добре. Сучасний... Ну, в основному беремо ми зараз 7 клас училище. І зрозуміло. Далі. Сучасний тренер – це також організатор. Ви казали, що ви брали участь і організовували збірну на універсіадах. Конечно. Згодні от з такою формулювання, що зараз тренер не тільки тренер, він повинен ще організувати всегда, цей всегда. Процес. Завжди. Він навіть організувати має, навіть якщо він не старший тренер, а просто тренер. Він має організувати у себе процес. Якщо процес не організований, просто приходити на тренування, виходити, це все, ну, там, ніякого результату не буде. Я жив, всю свою життя жив цим... Я не входил в бизнес никуда, хотя была очень тяжелая ситуация после смерти Твердохлеба. Я еще Света, ну, мягко говоря, плохо ей стало, она не могла тренироваться как надо. Они два у меня были. Твердохлеб умер в соцвете сил. И что было делать? Только организоваться. Вот Рому нашел, потом нашел Баралей, потом нашел Жушман. У меня же тоже 1,59 рекорд области поставила. Ее просто не взяли на Олимпиаду, потому что она выбила спортсменку главного тренера по выносливости Степанцова, моего друга. И мой друг взял меня и... А Жушман-то заслужила. Олимпийский норматив, третье место на Украине. Все, проходило. Все. И она там хорошо бы выступила. Но вот такая ситуация. Организовываться надо. Если не организуешься, я вот со своей супругой, с Алиной Ивановной, тоже заслуженный тренер. Она за Баралей получила заслуженного тренера. Я получил за Твердохлеба заслуженного тренера. Все по заслугам. И то я с ней, она ж, я тоже говорю, ты смотри, не приходи на тренировку. Ты думаешь, я там ночью сплю? Я ж думаю, чи повторно, чи попеременно сегодня делать. План написать не проблема. У нас самый лучший, ну так, без этих самых
без подколок, там, без всяких там нареканий. Это Евгений Николаевич Ташников. У него планы на всю жизнь расписаны. Но выполнение, главное, конечный спортивный результат. Когда-то великий спортсмен там Куц, величайший, а его друзья и ученики, Аржанов, Кудинский, чемпион Европы, там, олимпийские призеры, они же потом, когда он умер, они же афоризмами его. Так вот все стоим и спорим тренера, знаешь, никогда ночью, после какой-нибудь конференции. И ночью самое главное, сиди, слушай и вникай. Я по молодости ездил на все конференции. Сейчас конференции не проводятся тренерские. И там мы учились, как надо работать. То план є планом, но треба його коригувати. Да, і ми треба все, надо поднастовуватися повторно, під кожного спортсмена. Поперемінно, по 300 или по 200. А этот стоит... Тренер повинен розуміти, що зараз потрібно його спортсмену, так чи ні? А стоять эти Аржанов і Кудинський, ну, великі люди. Говорить, ребята, все правильно. Но главное, конечный спортивный результат. Да хоть ничего не делай, ты понимаешь? Я тоже, мы перепахивали, потом Аржанов говорил, когда мы жили на сборе, в этом, было очень полезно было с ним так, разговоры, мы же день и ночь не спали. Он говорит, ты знаешь, все думали, что я там пахал туда-сюда. Нет, я мог сочкануть. Говорит, как? Ну тренер-то дает нагрузку, я выполняю, дает, я выполняю. Но чувствую это я, что мне уже вот так. Вижу, что ноги уже не идут, я говорю, Иван Михайлович, токарь будет. Иван Михайлович, что бы мне тут схватило? Он говорит, Женечка, все. Единственное, в чем был хороший, он никогда в жизни, не дай бог, навредит. Ой, Женя, все, отдыхай. Вот а так, если бы сделал бы работу эту сегодня, да, все, уже ногу не поднял бы. Поэтому тут надо четко попасть, Сергей Валерьевич. Если ты попадаешь, вот мне удавалось попадать. Знаешь, я сам удивлялся, как это вот это с колхоза взял, ну так, извините, что я говорю, там, стритузного девочку, и она обыграла весь мир. Американки, там дождь был и холодно, американки в финал не попали. А она три круга пробежала, еще эстафету два круга бежала. Можешь представить себе? Вот. Потому что была очень сильно подготовлена. Попали в это дело. Ну, то, що на... Багато в чому наш спорт тримається на ентузіастах, от таких, як ви, наприклад. Да, да. На вашу думку, які головні проблеми в українському спорті? В українському спорті головні проблеми, розумієш? Тому що ми усі вже в Європі, а, ну давай, грубо говоря, а фінансування у нас по-прежньому державне, давай так, і це правильно. Тому що ми... Союзі? Да, або не, ні, ні, лучше. Лучше? Ну, конечно. Хоча там було багато грошей, там було безпорядків більше, а тут вже ж ближче. Розумієш? В Европе ж и в мире, вот мои все знакомые, Андрей Кохановский, или там, который в Америке работает, Щерба Виталик, шестикратный олимпийский чемпион, у них свои школы. Или очень хорошие, как говорится, вот он при университете работает, очень хорошее финансирование. Все есть. Говорит, приходит тренер, какой вид такой, давай, какую тебе базу надо добавить, тут же делают под тебя круг там или манеж. Под спринт там специально эти вверх-вниз, говорит, но для этого у них есть деньги, понимаете? У нас этого ничего нету. Если кинуть все, как сейчас говорят, на спортклубы и на кто будет финансировать спортклуб, там все за счет родителей. Вот школа спортивная у Баюл была, там у этого самого Щерба, там 500 детей занимается гимнастикой. Но они платят деньги, и с этого идет вся эта жизнь. И им это недорого, потому что они обеспеченные люди в основном. А как мы можем платить? У нас видами выносливости занимаются самые бедные слои, потому что никто не хочет терпеть сейчас, понимаешь? Даже в футболе наши, ты видел, что с шокером сделали? Тут мы красуемся, да? А я же говорю, ребята, своим тренерам, говорю, ребята, это вы тут вроде бегаете, а мир вот так бегает, три раза быстрее. До речі, наступне запитання, да. Окрім легкої атлетики, яким видам спорту приділяєте увагу, які трансляції дивитесь? Все смотрю, особенно мне нравится биатлон, там, ну, виды циклические, я всегда смотрю с удовольствием, плавание, очень смотрю, мне интересно, потому что там, где есть, как говорится, достижения человечества.
максимальные. А сами продолжаете активные занятия спортом? Да, играл в теннис большой очень долго, все время мне нравилось. А зараз? Зараз не могу, операцию на сердце сделал, просто хожу. Может, хожу на стол не могу, хожу на охоте, гуляю. Там на фазана, там решил такая ходовая охота, когда и сердце вроде нормально работает, и ты, ну, плавание, может быть. Плавание, я не сильный пловец, но у нас в лагере спортивном, училище нашего, есть прекрасный бассейн. Вот. И я там, если есть возможность, я обязательно тренировку провожу со своими, ну, такой плавательную, на задержку дыхания, там, или там, просто поплавать, то я тоже с ними плаваю. Вот. А мы с Ведохлебом соревновались, кто больше пронырнет. А как? Это ж терпение, понимаешь? 400 с барьерами – это дистанция, которая убивает мужчин. Это по выражению американских тренеров, не наших. Даже им, неграм, под завязку. А что уж нам? Вот так, ну, мы старались, чтобы их обыграть, надо было тренироваться лучше, чем они. И мы сидели в горах все время. Я говорю: Олег, другого шанса нет – заработать деньги или престиж. Только сидите тут, в Кисловодске. І ми сиділи. Микола Ананіч, да. Наприкінці програми, будь ласка, ваші побажання діючим спортсменам, а також тим юнакам, які роблять у спорті перші кроки. Я вам скажу так, якщо всі повинні займатися спортом, мало, много, среднє, всім буде дуже велика польза взагалі. Во-первых, рельєф мышц, во-вторых, система функціонування там, кровеносної, там, все, сосуди, серце. Большой спорт не для каждого, но каждый может попробовать себя в нем, большой спорт. И я скажу, что тренироваться надо, и обязательно надо. Ну, просто надо, чтобы стать великим чемпионом, рекордсменом, победителем, надо этим жить. Понимаете? Вот я жил всю свою жизнь, кажется, спортом тема. Я рад, что я нашел себя в легкой атлетике вот так. Но я очень сильно стремился. Я лез на гору, на которую идти нельзя, а надо было. Ну, Бог замечал. Бог замечает и помогает метущейся и стремящейся душе. Если у спортсмена, там, девочки, мальчика, этого нет, это не воспитывается. Все можно. Скорость добавить. Человек уже приходит все равно, какого бы ни был талантливый, все равно он потренируется и добавляет. Выносливость, все, сила там. Но стремление, желание... Если его изначально нет, как говорили финны, у них есть такое, как говорится, выражение, сису. Это вот взял, и все умерли, а ты остался живой. Вот это у них, говорят, вот эти лыжники все, они так говорят, как они тогда, в те годы, что они творили, ну, 80-е, 70-е, ну, и все 30-е, вот, ну, и бегуны, и там все. У них вот это, если этого сису нет, они проверяют. Нету смысла заниматься. Смысл заниматься, ну, физкультурой. Всем будет хорошо. Теннис играйте большой, очень развивает все, и мышцы, и, как говорят в простонародье, дыхалку, вот, сердечно-сосудистые. Играйте, и даже пинг-понг помогает. Не говорю, баскетбол мой хорошо. Я же маленького роста, я играл в баскетбол, я попадал с любой дистанции. Раз и все. И мы выигрывали даже у спортсменов. Такие, как Твердохлеб, нас не могли бы играть. Поэтому, Сергей Валерьевич, спасибо тебе, что ты потерпел. Дякую, Микола Ананіч, дякую за те, що прийшли на програму, дякую за щирі відповіді. І на завершення програми традиційне побажання: займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.